Ребят, всем доброго времени суток. Решил записать быстрый коротенький видосик, да, праздничное предание. Напиток со вкусом ветра. Тут ничего сложного, нужно просто запомнить порядок действий, который говорит Маргарита, да. Начинаем общаться с Маргаритой, вот она начинает про последовательность говорить. Вот для начала цветок сахарок, потом молоко, потом ветряные астры, потом настояться, потом семена одуванчика и пару кубиков льда. Все, хуй туды и плов готов. Ничего сложного, ребят. Просто делайте то, как она говорит, и у вас все получится. Всем спасибо, кто смотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока и до новых встреч.